300 километров до Собранника. У них где-то 490 километров. Нет, не успею, статичный это. Но она у нас идет и так до полчаса второго ночи. Мы практически четко реагируем на тот пассажиропоток, который у нас сложился. Это необходимость какой-то увеличения графика. Не подскажешь, Комсомольская правда, Москва. А этот поезд, он как бы только снаружи такой старый или он внутри тоже старый? Или это точная копия вагона 35-го? Нет, это не точная копия. Это стилизованный вагон под те вагоны, которые были в то время. Это приближено, во всяком случае. Но это тот поезд, который позволит нам ощутить ту далекую старину, которая на самом деле с нами сегодня рядом. То есть на самом деле современный комфортабельный поезд со всем соблюдением правил техники безопасности? Да, абсолютно было. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Единственный такой поезд, вы как-то планируете увеличить именно на красной ветке подобные поезда? Чтобы... Нет, это вот наш единственный поезд, такой ретро-поезд. У нас есть на самом деле сохраненные вагоны того периода, это вот, который мы говорим, 35-го года, но они на линии не могут быть выпущены, потому что они, ну, это старинные вагоны были. Почему они еще не выпустили? А потому что нужно перестачать так же, как этот поезд. Мы сейчас его перестачили и выпустили. А что было в старых вагонах, и что сейчас есть в новых вагонах? Разница между старыми и новыми вагонами. Уважаемые коллеги, я должен пояснить о том, что техника стремительно идет вперед. Стремительно внедряется электроника. Мы переходим на новый вид вагонов, который сегодня выпускается заводами, оснащенный современным компьютером, современными средствами автоматики. И предъявлять старым вагонам современных требований практически невозможно. Хотя ось сохранилась, ширина пути сохранилась, все остальное совершенно новое. Спасибо большое. Спасибо. Представьтесь, с праздником. Как вас зовут? Еще раз. Заместитель начальника Московского метрополитена Погонин Владимир Васильевич. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо. Спасибо. А вот здесь станьте, пожалуйста. Отойдите. Немножко левее. Левее, еще левее. Вам правее. Вы говорили левее. Еще правее. Хорошо. Просто картинку смотрим, чтобы красивее было. Вы смотрите на журналиста, хорошо? Да. Работаем. День рождения. 78 лет назад первый поезд метрополитена прошел от парка Сокольников до парка Культуры. 78 лет и совершенно разная дистанция. 11 километров пути, которое было, отделяло, и сегодня 305 километров. Это огромный прорыв вперед.
то время города и сегодня. Это современный вид транспорта, который сегодня действительно праздник и для нас, работников метрополитена, и для жителей нашего замечательного города. А вы помните, вот да, вот с чего все начиналось? Вот этот первый день, особенности какие-то, вспомните? Вы знаете, история сохранила в деталях многие вещи. В том числе тогда, с одной стороны, было ликование всеобщее, потому что на самом деле те станции метро, которые были открыты для народа, они вызывали восхищение и восторг. Это удивительное понимание того, что современный мир, он вошел в повседневную жизнь. В то время были огромные пробки в городе. Этот современный вид транспорта, который на то время, 78 лет назад, и сегодня, он действительно вызывает восторг. А насколько много было пассажиров вот в то время? Знаете, история сохраняет разные цифры. Измеряется, во-первых, население Москвы в то время около 3,5 миллионов. И сегодня за 13 миллионов. Сегодня мы катаем в день от 8 практически до 9,5 миллионов пассажиров. Каждый день люди спускаются к нам. И мы обязаны, московский метрополитен, наш коллектив, обеспечить ритмичную работу, своевременную доставку пассажиров, вовремя прийти на работу, обеспечить комфорт, и самое главное, что нас всех обязательно трогает, это безопасность. А вы помните вот свои ощущения, когда вы первый раз вот сели вот на вагон поезда? Да, помню, безусловно. Я, как и все маленьким мальчикам, зашел в вагон метро, это был удивительный восторг, который, по большому счету, сохранился у всех у нас в душе за все время. Потому что действительно колоссальные прорывные вещи, новые технологии современные, они сегодня стараются быть на уровне, на высоте. Это памяти культуры, это архитектурные памятники. Они находятся действительно в достоянии и Москвы, и нашей республики. Да, вот вы зашли. Вот что вас больше поразило, как маленького мальчика? Что это был за вагон? Расскажите. Знаете, то время, все мы, которые оказываемся в подземном пространстве, интуитивно пытаемся найти защиту. Я нашел защиту в руке своего отца большого внутри. И поэтому мои ощущения и сегодня сохраняются. Чувство, во-первых, сопричастности с огромным городом. Потому что сегодня необходимо сказать о том, что метро – это не просто само по себе транспортное средство. Это и среда общения москвичей и гостей столицы. Поэтому сегодня праздник отмечается, наверное, впервые за долгие годы, именно как городской праздник, всенародный праздник. А вот этот ретро-пульт, я читала, что там кожаные сиденья. В то время тоже так же было? Или это специально сейчас так? Нет, это был уже более поздний вариант вагонов, более поздний состав. Мы стилизовали по нечто среднее, что было. Но это на самом деле мягкие сиденья были. Это вот тот вид стилизованный, как сегодня. Так она и была. Да, заместитель начальника московского метрополитена Погонин Владимир Васильевич. Спасибо вам большое. Я желаю моим коллегам, большому коллективу дальше слаженной работы, чтобы мы были довольны результатами, чтобы мы были все здоровы и, самое главное, мы были успешны в тех начинаниях, делах, которые предстоит нам преодолеть. Спасибо. Спасибо. Я люблю тебя.
стоять, ребят. Да стоит. На рассвете. Передают время, ладно. Сейчас нет. Так. Давайте, а сейчас будем ее грабить, пойдите в метро. Это тоже, давай попробуем, если что-то говорить. Хорошо? Сейчас скажу. Хорошо. Ребят, на гитаре пару фан от тебя играть, советую. Вот. А вот плечами там по-цыгански можно. Начальник сделал.
Сказано, сделано, начальник. Зайдите немножко. Зимому. Ну что, все готовы? Да. Все, мы пойдем. Одного бармен, второй на поле. Рядом. Начальник сказал. Я по ходу расскажу, да? Спасибо, дорогой мой.
не сиденья вам не дали. Не-не-не, все хорошо. Красносельская! Вот надо, да? Она знает! Ой, на того, да? Поехали! Давай дальше, следующий вагон. Давай. Давай.
да. Yeah.
колдовал. Thank you.
приятно. Да, рабочим, знаете, так вот выйти, посмотреть людям в глаза, это так приятно. Молодой человек, пройдемте, пройдемте, молодой человек, пройдемте.